Да, ветераны, их опыт, знания помогают молодым в становлении личности, в определении своей жизненной позиции. И здесь, на празднике торжественного посвящения в студенты, что состоялся в одном из старейших учебных заведений столицы, Московском высшем техническом училище имени Баумана, эстафету многих поколений бауманцев, борцов за советскую власть, ветеранов первых пятилеток, Великой Отечественной, ученых, космонавтов, приняли сегодня первокурсники. Ректор МВТУ, академик Николаев, представители различных поколений выпускников обратились к будущим специалистам с добрым напутствием. Миллионы юношей и девушек пополнили в этом году ряды студентов высших учебных заведений нашей страны.